Здравствуйте, с вами магазин «Установочный центр Фронткам». На установке Jeep Compass 2011 года установили мультимедийную систему. Мультимедийная система с большим экраном устанавливается через рамку переходную. Рамка устанавливается без доработок на штатные клипсы, штатные разъемы. Все. Встает аккуратно. Воздуховоды переставляются. Также кондиционер переставляется в нижнюю часть кнопки. В данной комплектации у нас кнопок на руле нету, штатного усилителя тоже нету, камера оригинальная отсутствует. То есть комплектация простая. Если бы в этой комплектации были кнопки, то мы бы их запустили, они работали. Так же, как и камера. То есть сейчас при включении задней передачи автоматически магнитола переходит в режим заднего хода. То есть по коншине магнитола информацию подхватила. Но камера здесь сейчас не установлена. Здесь у нас показывает открытие-закрытие дверей. Магнитола в данном случае установлена от фирмы White Media с 10-дюймовым экраном, с 3 гигабайтами оперативной памяти, 8 ядер. Здесь уже предустановлен Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, YouTube, голосовой ассистент. Также вы можете скачать из Play Market множество приложений. Интернет раздается с помощью мобильного телефона, либо внешнего роутера, или можно вставить сим-карту, которую мы вывели в бардачок. Вот сюда, в этот разъем, устанавливается сим-карта, и на магнитоле появляется полноценный выход в интернет. Также дополнительно были выведены три USB, сюда можно подключить жесткие диски, смотреть видео. Видео в движении работает. Сейчас мы раздали интернет с мобильного телефона. Например, заходим в Яндекс.Навигатор. И, как видите, уже карта подгружается все через интернет. Скорость работы быстрая. Наше местоположение нашлось. Также есть голосовой поиск. Фронткам. Можно карты закачать в память устройства. Голосовое сопровождение есть. Также параллельно работает радио, либо внешние носители. Есть функция разделения экрана. Например, YouTube заходим. И Яндекс. И параллельно можно смотреть фильмы. Также в данной магнитоле эквалайзер расширенный, можно детально настроить качество звука. И при включении габаритов, либо ближнего света, у нас включается с левой стороны подсветка и притухает яркость экрана, то есть появляется ночной режим. Также дополнительно можно верхние шторки отрегулировать яркость, либо включить ночной режим. Экран становится немного желтого цвета, что приятно глазу. Либо полностью ночью можно выключить экран магнитола. Если у вас остались вопросы или хотите подобрать себе магнитолу, обращайтесь к нам, подскажем, подберем. Все. Всего доброго и удачи на дорогах.